Oriflame – это я. 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 Oriflame это я. Oriflame – это я. Вице-президент Oriflame России и Беларусь Юрий Михайлюк. Привет, Oriflame! Здравствуйте! Привет! Привет! Самые лучшие, самые активные, самые преданные бизнес-партнеры нашей замечательной компании – я от души приветствую вас сегодня. 16 тысяч бизнес-партнеров сегодня находятся в Олимпийском, друзья. Это круто! Спасибо, что вы приехали со всех уголков России. Спасибо вам и низкий поклон вам за вашу преданность компании. И еще отдельное спасибо за то, что вы с собой привезли хорошую погоду и немножко солнца. Наконец-то за все это лето в Москве пробрежилось солнце. Спасибо вам и за это, друзья. Спасибо. Я хотел бы по традиции почувствовать энергию, если можно. Давайте мы поприветствуем друг друга. Нас здесь очень-очень много. Мы все собрались под крышей Олимпийского как сообщество орифлеймщиков. И нам надо понять, частью чего мы с вами все являемся. Для этого надо почувствовать энергию друг друга. Давайте я скажу сейчас Oriflame, а вы любыми доступными шумовыми эффектами, хлопанием, свистом, голосом, топанием, выразите все, что вы чувствуете по отношению друг к другу и по отношению к нашей замечательной компании. Договорились? Да? Давайте. 3-4. Oriflame! Еще! На 16 тысяч, друзья! 16 тысяч орифлеймщиков здесь собрались! Ура! Спасибо! Энергия явно есть. Энергия явно есть. Очень радует, друзья, знаете что? Что мы снова обратно в Олимпийском. Мы снова в Олимпийском. Несколько лет мы праздновали в других местах, потому что нас было меньше. А сейчас очень сильно радует, что наше 50-летие, этот очень важный полувековой юбилей, мы достойно отмечаем именно в Олимпийском. Это одно из самых больших спортивных сооружений в Европе. И это единственная закрытая площадка, которая смогла уместить наше огромное сообщество орифлеймщиков. Ура, друзья!